Всем привет! Итак, актуальность ГАЗ-24 в 2020 году. Сегодня мы рассмотрим данный автомобиль. Его стоимость примерно... Вы заметили, да, диски Mercedes? Его стоимость примерно 500-600 долларов, даже 400. А скажите, сколько он стоит в вашей стране? Я думаю, в странах СНГ... Почти цены одинаковые, но скажите, какая цена на данный автомобиль в вашей стране? Если вы смотрите данное видео, значит, вы заинтересованы в покупке данного автомобиля. Скажите, зачем он вам нужен, для каких целей? Напишите в комментариях. Под восстановление или это нечто типа русская классика? Вот эти штучки тоже прикольные. Очень большой багажник. Вот это хороший плюс, как бы, да? Не глубокий, к сожалению, но большой. Достаточно. Уже не закрывается. Закрылся. Вот примерно такое состояние можно... взять. Рассмотрим салон. Мне всегда нравились вот эти сиденья в ГАЗ-24. И посмотрите, сколько места здесь. Здесь можно спать. Настолько мягкое и удобное сиденье. Если вам тоже нравится, поставьте лайк. Так, дальше по интерьеру. Я просто вам показываю, какое состояние можно взять на сегодняшний день ГАЗ-24 в 2020 году. Смотрим здесь по салону. Да, уже много деталей неродных, как мы видим, по сиденьям и так далее. Но кто любит эти машины, тот себе... возьмет, как говорится, кому нравится такой стиль. Вот так. Не закрылось? Или оно? А, оно выбивает кнопку. Если понравилось видео, поставьте лайк для новых серий, для новых видео и новых обзоров автомобилей.